икра из свеклы и моркови не только вкусная закуска, но также чрезвычайно полезное блюдо для взрослых и детей, готовится легко и просто, берите рецепт на заметку. Икра из свеклы и моркови готовится просто и быстро, если овощи молодые, то приготовление займет 20 минут, такая закуска пригодится к столу в любое время дня, ее и на праздничный стол подать не стыдно. Свекла лечит сердечно-сосудистые заболевания, обладает противовоспалительными свойствами, является отличным антиоксидантом. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты для приготовления икры. Лук очистите, помойте и мелко нарежьте, выложите в сковороду. Морковь очистите, помойте и натрите на терке, добавьте к луку. Свеклу очистите, помойте и натрите на терке, выложите в сковороду с луком и морковью. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Налейте в сковороду немного воды, накройте крышкой и тушите овощи на среднем огне до мягкости, периодически перемешивайте и следите, чтобы в сковороде была жидкость. После добавьте томатный морс или томатную пасту, посолите по вкусу и добавьте сахар, перемешайте икру. Тушите икру с томатом еще 20 минут и выключайте, по желанию добавьте измельченный чеснок. Перемешайте икру с чесноком. Ароматная, вкусная и полезная икра готова, подавайте на закуску. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Свекла 400 грамм, морковь 150 грамм, лук 70 грамм, томатный морс 100 грамм, соль по вкусу, сахар по вкусу, чеснок 1-2 зубчика, подсолнечное масло 30 мл, количество порций 5-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До встречи на канале!